Депутаты наведались в Карагандинский зоопарк. Состояние местного зверинца на сегодняшний день в некоторой части оставляет желать лучшего. Аварийные вольеры для медведей, прохудившаяся крыша. Народным избранникам показали все болевые точки питомника. Накануне состоялось совместное заседание постоянных комиссий Карагандинского городского маслихата. Посовещавшись в кабинетах, народные избранники отправились сначала в библиотеку, а затем в зоопарк. Не на экскурсию, а решать проблемы, которых, к слову, в карагандинском питомнике скопилось немало. Визитная карточка шахтерской столицы с давней историей сегодня переживает не лучшие времена. Медведи, любимцы карагандинской публики, живут не в самых удобных условиях. Клетки старые, достаточно маленькие для взрослых бурых топтыгиных. Замена ограждений – процедура дорогостоящая, на которую средства из бюджета пока не предусмотрены. 4 года подряд каждый год мы даем, требуем на вот действительно хищных птиц, что вот это вольер было, и на медведей, и на копытных. Остальные более-менее уже то, что сделали. Своими силами тоже. Ну вот это, конечно, явно маловатые вольеры, да. А еще в зоопарке давно прохудилась крыша. Чтобы отремонтировать кровлю, необходимо 22 миллиона тенге. Где найти такие деньги, руководство зверинца не представляет. Необходимы специальные дорожки к вольерам. Об этом сотрудники зоопарка тоже рассказали народным избранникам. Депутаты обещали помочь. Кто, если не депутаты, поднимет этот вопрос? Вот. И я думаю, гарантировать мы ничего не можем, но и тем не менее я только хочу сказать, что Акиму мы скажем, да. Вот, Акиму скажем, Акимы к нам прислушиваются. Что касается крыши, конечно, мы будем однозначно, наверное, эти вещи лоббировать, потому что... Крыши и вольеры. Крыши и вольеры, да. Просто для хищников, вот, обязательно для копытных надо что-то посмотреть и птицы. Зато, как рассказала встречающая сторона, по дорожной карте здесь реконструировали большую часть ограждений и заменили коммуникации. Тем не менее, все вопросы, которые возникли в ходе выездного заседания, депутаты поднимут уже в ближайшее время на совместном собрании постоянных комиссий Карагандинского городского маслихата. Ирина Камышова, Жас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.